Всем привет! Я рада приветствовать вас у себя на канале. Давно не было видеороликов, решила вам показать немножко нашего огорода. Сегодня мы в гостях у моей мамы. Покажу вам нашу теплицу, покажу, что у нас растет. Немножко покажу наших животных. Ну вот мы пришли в первую тепличку. Вот такой гигант огурец нас встречает. Довольно хорошо плодоносит. Не подскажу сейчас по сортам. Если найду, обязательно вставлю. Огурцы в этом году очень сладкие, хорошие. Перец тоже весь набрался, был не очень. Видите, ест его какая-то мошка в этом году. Мы обрабатывали уже не раз, но результат, в принципе, неплохой. Вот так перчик уже завязался. Плоды крупные, хорошие. Мы его весь подвязали. Томатов тоже, как видите, очень много. Сорта разные. Начинает потихоньку уже наливаться. Красных, правда, немного, но... Думаю, что скоро все поспеет. Будем снимать уже первый большой урожай. Еще один огурчик. Со второй стороны. Вот так, смотрите, как красиво сделано арочкой. Видите, они почти встретились. Красота. Огурчики мы едим достаточно уже давно. Они были посажены специально ранними. Поэтому очень удобно. У кого есть тепличка поликарбонатная, то обязательно нужно садить ранний огурчик. Видите, какие они малыши-карандаши. Вот. Сейчас пойдем во вторую теплицу. Там немножко дела обстоят по-другому. Вот наша вторая теплица. Встречает нас огурчик китайский. Китайские огурчики. Вот так они выглядят. Кто не видел, покажу. Очень вкусные из них получаются огурчики по рецепту, как в Макдональдсе. На бутерброды. Бутербродные такие огурчики. Нету рецепта, кстати, у меня на канале. Надо обязательно для вас записать. Но здесь томаты совсем другого сорта. Они, видите, высокие, они поздние. Только еще начали завязываться. Вот, тоже есть помидорки. Не так много, как в прошлой теплице. Но, в принципе, тепличка тоже неплохая. Это у нас томаты уличные. В этом году завязей достаточно... Немного, относительно немного, но есть экземпляры, которые радуют. Вот так. Кисточки томатов, видите, красивые. Сейчас покажу еще кустик. Если бы все были такими, конечно, урожай был бы хороший. Покажу вам наш красивый уголок с цветами. Вот такие петунии. Конечно же, конец июля, они уже начинают отцветать, но все равно... Очень-очень красиво. Радовали нас они очень долго. В общем, красота для любителей цветов. Специальный кадр. Кусочек лета вам из Беларуси. Как-то спрашивали, как там поживают мои курочки. Вот они какие. Видите, выпустила их сейчас. Немного на улицу, чтобы они пощипали травку. Вот такие они у меня ручные. Хорошие мои. Хорошие. Красавицы. Несутся достаточно хорошо. Я бы даже сказала, очень. Учитывая, что они уже совсем не молодые, но яйцо несут регулярно. Сейчас покажу, какое. Ну вот, смотрите, пришли в сарай. Вот такое яичко они несут. Видите, беленькое и красненькое. Соответственно, красные курочки несут красное яйцо, белое-белое. Достаточно крупное.
Немножко поснимаю вам коз. Знакомьтесь, это наш Борис. Боря. Очень серьезный козел. На самом деле очень-очень хороший. Спокойный. Вот они какие. Вот они, моськи. Вот какие они моськи. Это вот молодничок. Им всего лишь 5-6 месяцев. Вот их, видите, три штучки. Вот они вместе втроем. Маленькие, хорошие. Вот они. Вот какая у нас занинская козочка. Она у нас второкоточка. Ну вот, видите. Вот она. Вот она. Рядом со мной. Это тоже у нас занинская козочка. Но она уже четвертым окотом. Белка. Белочка. Все козочки очень ласковые, добрые. Потому что мы их очень-очень сильно любим. Вот она какая, вот. Вот она жалеется. Очень сильно любим и не обижаем. Малышки еще, конечно, немножко диковаты. Но это нормально. Это нормально, потому что они еще не приносили окот. Они не знают, что такое материнство. Вот. Зато вот кто знает. Вот кто знает, что такое ласка. Наш молодняк кроликов. Вот такие у нас кролики, смотрите. Красавчики. Кабачочки. Молоденькие в этом году, хорошенькие. Скоро будем их консервировать на зиму. Свеколка в этом году хорошая. Ботва замечательная. Сама такая не крупная, средняя. Нам, в принципе, другой и не надо. Посадили немножко пекинки. Посмотрим, что вырастет. Там у нас на заднем плане редька. Молоденький салатик. Огурчики в этом году очень быстро желтеют. Но, в принципе, урожай хороший. Несмотря на то, что ночи холодные, выбираем мы где-то вот с такого небольшого участочка 1,5-2 ведра. Каждые 2 дня. Поэтому я думаю, что это неплохо. Продолжение для любителей цветов. В этом году решили, точнее, мама решила посадить лилии. Вот так выделила им место возле теплицы. Вот это уже отцвела. Это была розовая, очень красивая. Отвела им место возле теплицы. Здесь теперь у нас будет лилейник. Надеемся, все приживется и будет у нас красота.